палатке, в лесу, на рыбалке, в общественном транспорте или дома на диване. А где вы любите читать книги? Об этом сотрудники Центральной районной библиотеки предложили рассказать своим читателям в новом фотоконкурсе «Пойман за чтением». На конкурс принимаются фотографии в любом виде – электронном, печатном, в любом качестве и разрешении. Главное условие – в кадре должна быть книга и сам читатель. Чтение – это такой захватывающий процесс, который застигает человека в любой момент, и от него тяжело оторваться. Поэтому решили, что фотографии моментов и мест, где люди неожиданно их застала любовь к чтению, будет интересно посмотреть всем читателям. Организаторы призывают проявить фантазию и не только больше читать, но и делать это везде, где только можно, даже в самых неожиданных местах. Победителей выберут сами читатели. Мы планируем провести народное голосование, то есть фотографии будут выложены для голосования в наших соцсетях. Вот, и зрители выберут самое понравившееся. Вот, результат мы объявим в следующей передаче, которая выходит о библиотеках страниц 17. Ну и победитель получит, конечно, приз, книжку, естественно. А книга, как известно, лучший подарок, так что спешите поучаствовать в конкурсе. Работы принимаются до 12 февраля.